Мотор, камера, поехали. Идет запись. Здравствуйте, земляне. Мы инопланетяне. У нас тоже бывает Новый год. Вы знаете об этом? И мы, инопланетяне, встречаем Новый год в коронах. А у меня нет короны на вашей планете Земля. И что делать, не знаю. Новый год не Новый год без короны. Мне нужна корона. Стоп, снято. А сейчас мы будем делать наш инопланетянский сок. У нас тоже растет морковка, свекла и яблоко. Это мой инопланетянский рецепт. Мы сейчас будем делать очень вкусный сок, а потом пирог. А вот этот вот человек, который зовется Ярослав Старухин, опять снимает меня снизу. Поэтому ему придется снимать меня сзади. Ну все, стоп, снято. Здесь не за что зацепиться. Я думала, здесь будет за что зацепиться. Но здесь зацепиться не за что. Нет, не могу. А еще надо заниматься спортом. Мы, инопланетяне, занимаемся спортом каждый день. А вы, земляне? Ну, я вообще говорила про корону, а не про спорт. И если Ярослав меня сейчас не покормит луковым салатом, который он резал, то я, знаете, что сделаю? Дай руку. Я стану не вегетарианкой. Я стану плотоядным хищником. Ну ты что, будешь меня кормить-то? Одной морковкой сыт не будешь.